Приветствую, друзья. Повторяемые движения снимают напряжение. Поэтому, если вы будете делать вот так, вот так, вот так, повторяемые движения снимают напряжение. Делайте вот так, вот так. Повторяйте за мной. Повторяемые движения снимают напряжение. И движение повторяйте. Повторяемые и слова мои, это себя повторяйте. Повторяемые движения снимают напряжение. Повторяемые движения снимают напряжение. Это в помощь пожилым родителям, которые ничего другого сделать не могут в силу различных обстоятельств, в силу своего состояния. Вот видите, повторяемые движения снимают напряжение. И руками делаю. И говорю про себя. Повторяемые движения снимают напряжение. Повторяемые движения снимают напряжение. Повторяйте за мной и слова вот эти внутри себя, а можете говорить это вслух. Повторяемые движения снимают напряжение. Делайте, как я. Или вот так вот. Повторяемые движения снимают напряжение. Повторяемые движения снимают напряжение. Мы тем самым создаем вторую доминанту. Первая доминанта у вас есть. Это вы страдаете, переживаете, у вас что-то не в порядке. Может быть, вы перенесли инсульт, инфаркт. Может, вы перенесли какие-то паничные состояния. В этом вы делаете повторяемые движения, снимают напряжение. И на самом деле вы потом заметите, когда вы несколько дней по 5 или 10 минут делаете повторяемые движения, а они снимают напряжение, вы заметите, что эти движения становятся автоматически, что вы легко их делаете. И вместе с этим формируется вторая доминанта повторяемых движений. Повторяемых движений, потому что вы выходите на состояние снятия напряжения. Снятия напряжения. Делайте вот так. Это для пожилых родителей. Или делайте вот так, вот так, вот так, вот так. Повторяемые движения снимают напряжение. То, что вам легче, то и делайте. 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 А если эти движения вам не подходят, делайте вот так. Делайте вот так. Повторяемые движения снимают напряжение. Повторяемые движения снимают напряжение. И вы запоминаете, запоминаете, что любые повторяемые движения снимают напряжение. Подбирайте те движения, которые вам подходят лично для вас. А эти все движения, если вам не подходят, подбирайте себе сами те повторяемые движения. Например, плавательные движения. Или, например, подергивание. Подергивание. Это движение уже на высоких частотах. Подергивание, подергивание, подергивание. А можете быстро-быстро подергаться, подергаться, подергаться. Повторяемые движения на высоких частотах снимают напряжение. Повторяемые движения снимают напряжение. Повторяемые движения снимают напряжение. А потом расслабьтесь. Расслабились, 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 и пошла волна. Волна. Повторяемые движения снимают напряжение. Делайте, как вам удобно. Можете с руками, можете без рук, можете одной головой, можете вот так двигать головой, вот так двигать головой, вот так двигать. Как вам проще. Как вам проще, как вам проще, так и делайте. Это Ванька-встанька такая, Ванька-встанька такая. Помните в детстве Ванька-встанька, Ванька-встанька, Ванька-встанька? Кукла такая была. Она вот так качалась, 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 качалась.
и появляется внутренняя устойчивость. Внутренняя устойчивость. Могут слезы пойти, может захочется зевать, может захочется потянуться, может захочется потрястись опять, может захочется застыть, оцепенеть, вот так вот сожмите ручки, кулачки сожмите, вот так вот кулачки сожмите, вот так кулачки сожмите, вот так и отпустите. И стадия пустить действия. Мысли пустили на самотек, пустили мысли на самотек, и вы заметите, что вам стало легче, если вы так повторите несколько раз в удобное для вас время, посмотрите ролик несколько раз, вы заметите, что вам стало легче. Это помощь пожилым родителям и вам, которые это смотрят. И вы скажите своим родителям, пусть смотрят и делают вот так вот. И вы заметите, что через несколько дней, а может быть сразу, станет легче. Это такое состояние, когда сбрасывается напряжение. Да, заметите, это помощь пожилым родителям. Очень все просто, потому что это подходит каждому. Потому что если одно повторяемое движение не подходит, вы подбираете другое. А если вам никакое не подходит, и вам трудно подбирать, просто посмотрели. Потому что когда вы смотрите, это у вас происходит внутри. И тоже снимает напряжение. И начинается восстановление, гармонизация. Приятное состояние. Вы так качаете эндорфин в организме. Эндорфин – универсальное лекарство. Универсальное лекарство. Итак, помощь для пожилых родителей.